Привет, вы находитесь на канале Два Рыбака, я Артём. На столе у нас лежат две удочки форелевых. Одна, вторая, вот эта вот, Кайда Легенд, поднастроена как и на форель, так и окуня половить. А вторая чисто под форель. Она у нас легкая, строй у нее тоже мягкий, а у этой строй пожестче. И тесты у них разные. Это от 1 до 7 грамм. Это от 0,8 до 5 грамм. Строй у них у этой, у Кайды, жесткий. А у Нобу мягкий. Это Кайда длиной 1,98 м. Оно был 1,78 м. И перейдем к плёснам. Все знают, что весной у нас вода мутная и нужны форели яркие цвета. Вот на здесь и лежат яркие цвета. Это я называю радугой, потому что она разноцветная. Оранжевый, желтый, зеленый. 3,8 грамм. Это тыквенное семечко с блестками. От 2,8 грамм. Розовая. От 2,7 грамм. Это разноцветная, переливающая, яркая. На нее мне нравится ловить, потому что в этом сезоне она очень хорошо отловилась. 3,8 грамм. Перейдем к катушке. Катушка у нас Адмирал. Леска 0,4, 8-жильная. Тест на разрывность до 3 килограмм. На этом все. Пока.